Историческая площадка, которая рассказывает о событиях 44-го года прошлого столетия, развернулась на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». В этот год с 21 по 26 февраля на территории страны прошла наступательная Рогачевско-Жлобинская операция войск правого крыла 1-го Белорусского фронта. За годы войны в Рогачеве погибли около 50 партизан и 2000 подпольщиков, а также около 25 тысяч мирных жителей. Ни в чем не повинных людей фашисты жестокостью расстреливали и сжигали. Результатом операции стало освобождение Рогачева от немецких карателей. Советские войска нанесли большой урон противнику и создали условия для дальнейшего наступления. Сегодня реконструкцию этих событий посвящают героям войны, двум белорусским снайперам – Геннадию Величко и Феодосию Смолячкову. Это те были герои, которые встали на защиту, удержали и помогли победе осуществиться. Смолячков – 125 гитлеровцев за 2 месяца. Величко за 2 года войны 320 немцев. И, по сути, те герои, которые мощь вермахта подорвали в первые годы войны и позволили победе совершиться. Это те ребята, которые плечом к плечу сражались с другими бойцами. В этот день на линии Сталина воссоздали события афганской войны. На площадке историко-культурного комплекса бой заставы Пяншского погранотряда в ноябре 86-го. В реконструкциях приняло участие порядка сотни человек. Это реконструкторы не только из Белоруссии, но и России и Китая. Знаменательно, что участниками стали бойцы 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Сейчас военнослужащие этого воинского подразделения дислоцируются в Минске. А в годы войны бойцы бригады освобождали Рогачев. Воины гвардейской Рогачевской механизированные бригады очень гордятся своим участием в подобных мероприятиях. На них лежит большая ответственность. Большую часть имитационных мероприятий проводим именно мы во взаимодействии с персоналом историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Комплекс «Линия Сталина» фактически представляет собой военно-исторический музей под открытым небом. На площадках представлены оружие и военная техника времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Примечательно, что в модели военной техники, танки, гаубицы не только воссоздают здесь же, в мастерских. Команда единомышленников живет своим делом, кропотливо работая над каждым экспонатом. Для посетителей в преддверии праздника работали интерактивные площадки. Каждый смог попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и других мастер-классах. Несмотря на морозную погоду, на зрительских трибунах было многолюдно. Занимаемся гражданско-патриотическим воспитанием. Каждые выходные везде мы, на автопробегах, на экскурсии везде ездим. Везде мы. Захар, тебе понравилось? Да. А что именно? Все танки, военная техника. Я даже 2 раза с настоящего калаша стрельнул, 2 раза попал. Гордость переполняет за наших белорусов. Какие все-таки, как все сплотились после выборов, после всех этих событий. Просто переполняет гордость за всех наших людей, которые любят свою родину, хотят спокойно и мирно жить. Поддерживают президента нашего, любимого, родного, дорогого, которого мы все обожаем и поддерживаем. Ну и просто мы стали ездить сюда. Мы считаем, что это правильно. Это воспитывает патриотический дух, это воспитывает в людях честность, гордость. Ну и плюс, ребят, я просто люблю искренне Белоруссию. Вы не поверите, все отпуска мы проводим здесь. Я считаю, что это классная, добрая страна. У меня здесь куча друзей, куча любимых людей. Нам здесь просто нравится. Дай бог вам вот всегда быть такими добрыми, светлыми. Не надо нам никаких потрясений ни у вас, ни у нас. Атмосфера пропитана патриотизмом. Равнодушным не остался никто. Каждый понимает, какой ценой был добыт мир на нашей белорусской земле. И сегодня важно сохранить то, что за наши деды и прадеды отдавали свои жизни. Глеб Прокофьев, Александр Качан, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».